Здарова, народ, и это, возможно, заключительное видео про наемников, обновленных, точнее, наемников Resident Evil Village. Будем играть за Карла Газенберга. Давайте же сразу запустим и посмотрим, что он может делать. Я не знаю, что там, я за Итана в обновленном не пробовал, возможно, тоже какие-то фишки для него появились. Если что-то появилось, я обязательно запишу еще одно видео. Так, о, а он чуть курит. Но у него нету сисек, так неинтересно. Открыть магазин. Что у него можно покупать? Позволяет чаще призывать реактивного солдата. Это типа как мою дочь вызывали. Удар врагов не замедляет и не превышает. Вот так. Значительно повышает скорость взмаха молотов. Давайте так. Возможно, он медленный. Оружие. Ну, давайте качаем молот сразу на силу. Электрический заряд. Еще силу хочу. Одну минуточку. Так, этим швырять мы, возможно, будем. Это тоже вкачаем. Ну, все, в принципе, нет. Вот еще есть сила. Что? А, все хорошо. Флешки. Получается, он слепить счастливо может. Счастливо. Но он невысокого роста. Хотя он чуть выше, чем да остальные. Так, я специально выбрал фабрику, потому что это же его болото, как так сказать. А? Надо было сначала испробовать. Ну, тут мы херячим металлом. Нам же скорость нужна. Ладно. Сейчас выйдем на более осветленное место. Полиция, полиция. Не, так слабовато бьет. Надо прокачивать, походу. Так, а что у нас есть? Единичка, тройка. О, господи, что это было? Это оно? Выберите способность. Не, замедлять их. А вот силу надо, силу надо. А, это флешку я использовал. Я комбо сбросил. Так а что? А, четверка это вызывать. Только у нас не накапливается натиск, как у Димитреску и Криса Редфилда. Ну, можно и так. Слабовато она бьет. Так, ну давайте вызовем, посмотрим, что это будет. Ни хера. Так, возьмем время, пригодится. А то мы с ними долго возимся. Так, у нас такое ощущение, что молот заряжен молнией. Еще чуть-чуть и комбо бы слетело бы. Ну так проще, чем металлом каким-то швыряться. Непонятно. Он вроде бы как радиус больше занимает, но урона меньше. Так, на меньше должен бежать в обороте, насколько я знаю. Вот. Ну тут у меня всегда затык происходит. Дай! Что? Как смеешь ты меня на землю валить? Бежим. Так, надо проверить еще здесь. Да вроде бы же были. Выберите способность. Крепкое здоровье, драчу. Я успел? Успел. А тебе по лицу. Не знаю, мне не особо за Карла нравится выберите играть. Способность. За Димитреску мемно.
Увеличивать атаку после выбора другого оружия. Так у меня нет другого. А на расстоянии пригодится. Типа так. О. Нигде она. Нормально урона. Не могу. Так, тут еще две должны быть. Мы на них сейчас натравим реактивного солдата. Выберите способность. Попадание в голову. Да. Зачем ты? Не хочу. Заваншотил тупо двоих. Ты думаешь, я про тебя забыл? Возможно, про кого-то еще забыл. Да. Успел. Еще чуть-чуть и не успел бы. Так, тут явно надо молот прокачать. О-о-о. А что у нас есть? Да. Из-за него я комбо профукал. Надо было резче двигаться. Ух, ю! Четверка. А если так? О, хорош. Не на скорость быть, замедление движения. Не. Да. Больно. А у меня... Да. Тупо не достает. Попал. Ни хера урона, видели? Шестьдесят два. Осталось... Еще двое. И они где-то внизу. Давайте их добьем. Комбо-то мы уже не успеем сделать. Хотя нет, еще комбо. Где последний? Он не здесь, или это пропустил? Ну ладно. О, оно меня задевает, окей. Следующая зона, и она же последняя будет. Потому что тут, по-моему, вроде бы две всего лишь. А, ну да, да. Ну да, да. А, продадим кристаллы. Да блин. Должно хватить. Рубин. Цветовые гранаты мне нафиг не нужны. Ну и тратить меня тоже не будем. Надо молот увеличить силу. С удовольствием. Электрический заряд, я так понимаю, это... С удовольствием. И вот это бы увеличить. Денег не хватает. Хотя мы можем просто продать эти. Световые гранаты. И нам хватит. Хотя бы увеличить скорость зарядки, да. Ну все, погнали. До новых. До новых встреч. Нихера.
Нормально. Пока что идем бодренько. О, ну наконец-то на скорость. А тебе по лицу. Это внизу. А, ну где пободрее пошли. То главное не перебить их всех, чтобы не хватало. Да ты пройти. Наклоняться, так будет проще. Этого оставим. Выберите способность. Мне сейчас надо после выбора другого оружия. Да нет у меня других. О, там просто еще будет внизу. Вон вот этот вот идти. Получилось. Так, туда. Ты выжил. Выберите способность. Блин. Вот дурак. Выбрал первого попавшегося и скорость немножко снизил. Бежим. Вроде бы нету больше, да? Бежим, 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 бежим. Я на всякий, чтобы... Ой, да ладно, разберемся. Надо сюда, а потом возвращаемся. Надо было ставить мелкого. Вот тут у меня был баг, у меня они спавнили стопа в одном месте здесь. Во! Вот как сейчас. Это не должно так быть. Дай пройти. Выберите способность. Не, комбо слетит. Ну потому что все остальные теперь спавниться будут сейчас там наверху. И я по-любому что-то пропустил. Да, надо курить. Угу. Да еб... А нет, так, прикинь, они все здесь. Да. Так, Да. Завершено! Уф, плохой результат, мне кажется. Новый рекорд!
Найс. Первый раз, да. Гаскойна или Газгольдер, как его там зовут. Ну, на этом можно и закончить. Давайте я сейчас краем гляну, что за Итана дают. Здесь еще сложные этапы. Выбираю, например, сложный этап. И что у Итана-то есть нового? Может, есть? Так, не, у Итана все по-старому. Само собой. Угу. Грантомет-то вроде бы был. Все по-старому. Ну, ребятки, я на этом закончу. Это был режим наемников обновленный, который входит в голд издание. Либо вы покупаете просто DLC. А, в принципе, прикольно. Особенно играть мемно за Димитреску. Ну, Газгольдер. Газкоин. Ну, такое себе. Было прикольно, если бы еще какие-то персонажи были бы помимо Криса. Не знаю. Хотя, что тут можно добавить? Восьмой резидент. Каких персонажей особо тут не выделялись еще. За Миранду побегать. Не, неинтересно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Оставляйте все комментарии и лайки. Всем добра и пока. И увидимся уже в чем-нибудь еще. И напоминаю, что скоро, через пару деньков, начнется прохождение основной игры Resident Evil 8. Вот, только от третьего лица. Ну и на хардкоре, конечно же, будем играть. Я так и не прошел, но пока. На консоли-то я на всех, кто на всех прошел. Ну, а, все. Всем пока.